Станислав, добро пожаловать в «Зенит». Как ощущения? Замечательно. Чуть-чуть подустал от перелетов, медобследование долго было, но в целом все хорошо. Расскажите, как вы узнали о предложении «Зенита», при каких обстоятельствах это случилось, чем вы в тот момент занимались и как давно это было? Это был звонок после тренировки. Сергей Богданович позвонил мне. Мы с ним поговорили, обсудили. Он сказал, тебе интересен этот момент. Я ответил положительно. И дальше уже обсуждали нюансы. А под каким номером вы будете защищать ворота сине-бело-голубых? Под первым. Слава богу, он оказался свободен. Так что я этому рад. Эта цифра что-то особенное для вас значит? Или это просто самый понятный вратарский номер? Самый понятный. Не знаю. Ну да, наверное, для меня вратарь ассоциируется с первым номером. Быть всегда первым, не знаю, родился 1 числа. Так что мне нравится эта цифра. Вы большую часть карьеры провели в Португалии, вы играли за Краснодар. Можно ли «Зенит» назвать для вас новым большим вызовом? Да, конечно же, это, наверное, самый большой вызов для меня. И мне, ну, волнительно от ожидания того, как это будет, такие положительное волнение. Так что жду с нетерпением, когда полностью приедет вся команда со сборных, и мы начнем уже полноценно тренироваться с командой.